Состояние уличной дорожной сети, благоустройство, объекты питания и размещение в Новополоцке, Полоцке и Витебске – эти вопросы на особом контроле у председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Качановой, под председательством которой накануне в Полоцке прошло рабочее совещание. Повестка дня – подготовка к 11-му форуму регионов Беларуси и России, который в июне примут сразу три города Витебщины. В нынешний раз объекты, где разместят секционное заседание форума, инспектируют и представители секретариата Совета Республики. Мои коллеги, которые сегодня приехали с нами, мы договорились, что они каждый будет еще, помимо того, что город закрепит своих специалистов, помимо того, что область закрепит своих специалистов, и от Совета Республики, от секретариата будут ответственны за подготовку объектов, которые будут задействованы при работе секции. В Полоцке в рамках форума регионов будут работать 4 площадки. Подготовка к приему гостей здесь идет строго по графику. Уже через неделю в древнем городе начнется ремонт площади Свободы. В планах приведения в порядок памятников, объектов жилфонда, улично-дорожной сети. Отдельно в ходе поездки Наталья Качанова оценила подготовку площадей бывшего иезуитского коллегиума, ныне корпуса Полоцкого госуниверситета имени Ефросинии Полоцкой. В целом местный вуз примет в своих стенах 4 секции международного события. Одной из точек станет Дом офицеров. Сегодня здесь активными темпами ведутся масштабные восстановительные работы. Дом офицеров сейчас восстанавливается, и огромный фронт работ уже выполнен. Заказано уникальное оборудование, одежда для сцены. Все идет по графику, работы выполняются, и к 31 мая Дом офицеров будет запущен в эксплуатацию. На 10 июня запланировано торжественное открытие корпуса, и мы ждем с нетерпением момента, когда мы сможем зайти и расположить там наши ведущие кафедры. Там будет функционировать военная кафедра, открытие которой прошло в этом году. В Новополоцке к форуму регионов Беларуси и России отремонтируют улично-дорожную сеть, заменят ограждение на Калининском мосту, благоустроят остановки. В целом перечень запланированных работ широкий, поэтому важно успеть закончить благоустройство в установленные сроки. Дополнительно из областного бюджета выделены средства на благоустройство, подготовку всех объектов к проведению к форуму. Объем работ очень большой. Погода позволяет. На сегодняшний момент в городе Новополоцке также будет проведено рабочее совещание, где будут поставлены четкие цели, четкие задачи. Конечно, это обязанность города Новополоцка и всех предприятий города Новополоцка, как частных, так и государственных, выступить единой командой и на высоком уровне представить наш город Новополоцк. В ходе 11-го форума регионов союзного государства в Полоцке и Новополоцке будут работать площадки по вопросам межрегионального сотрудничества в сфере промышленности, нефтехимии, инновационной деятельности, туризма. Планируется, что 25 марта белорусские города, принимающие поля форума для оценки готовности объектов, где пройдут секционные заседания, посетит уже российская делегация. Елизавета Борбат и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».